Эффективные пути решения проблемы роста заболеваемости онкологии в регионе в Мурманске обсудили представители областного Минздрава и пациентских сообществ, депутаты Госдумы и врачи. Говорили о развитии онкологической службы и о том, чего не хватает, чтобы оперативно помогать людям. Моя коллега Янина Морозова расскажет подробнее. Формат видеоконференции позволил встретиться тем, кто находится далеко друг от друга, но работает по одной теме. Борьба с онкологическими заболеваниями сегодня одна из важнейших задач медицинского сообщества. Чтобы решать ее эффективно, необходимо взаимодействовать медикам, представителям власти и пациентам. Ведь заболеваемость растет с каждым годом, и наш регион в этом отношении в числе лидеров. На первом месте заболеваемость раком груди. Но, к счастью, смертность от онкологических заболеваний значительно ниже, чем по Российской Федерации. Вот эти ножницы – это вполне, будем так говорить, показатели эффективности работы онкологической службы области. Повышение показателей онкозаболеваемости дает и выявление рака на ранних стадиях. Но чем раньше удастся распознать болезнь, тем больше шансов помочь человеку. Сейчас региональный онкодиспансер переживает масштабное обновление оборудования. Но актуальными остаются вопросы кадрового обеспечения. Ведь врачи-онкологи – штучные специалисты. Важна и доступность онкопомощи для людей. Сейчас попасть на прием к онкологу зачастую непросто. Доступность, она складывается из нескольких, да, составляющих. То есть, это кадр, как вы сказали, наверное, основное. Б, это если мы говорим о оборудовании, а онкология тоже ресурсоемкая, скажем, в этом отношении профиль медицины. Это оборудование, про это мы только что сказали. Это лекарственная терапия. По лекарственной терапии, безусловно, тоже семимильными шагами, как бы в лучшую сторону ситуация улучшается количество препаратов, которые сейчас уже в обязательном перечне у нас присутствуют в терпрограмме. Для участия во встрече в Мурманск приехала президент Федеральной ассоциации онкопациентов Ирина Борового. Она поведала не только о потребностях и проблемах людей, но и рассказала медицинскому сообществу региона, что сегодня пациентские организации могут взять на себя часть нагрузки по координации лечения, юридическому сопровождению и поддержке онкопациентов. Во-первых, равный равному доверяет быстрее. Пациент, который прошел уже этапы лечения, он может быстро, четко направить человека по тому маршруту, который ему бы необходим, с коррекцией докторов. Все, мы всегда все делаем рука об руку с докторами. Лечение онкозаболеваний – это сложный многогранный процесс. Здесь важна совместная работа специалистов многих направлений. Она сделает помощь людям качественнее и доступнее. Янина Морозова и Сергей Расюк, ТВ-21.